Вова, мотор, готова? Камера. Вова готова? Я Вова воль. Готова. Я воль, я воль. Хорошо. Хлопушка. В студии запись. Все, пишем. Пошла запись. Оп. А, лампочка горит. Га. Я старомоден, как Батфор. На палубе ракетоносца. Как барк, который не вернется из флибустерства в новый форт. Как тот отвергнутый закон, что прежней силы не имеет. И как ошельник, что не имеет у новоявленных икон. Хочу, чтоб снова кружева и белые скатерти и сани, чтоб за морями, за лесами жила та мудрость, что права. Хочу, чтоб вновь цвела сирень, наваливаясь на заборы, блин, ну оператор. Хочу под парусом заломы и в море всех, кому не лень. Хочу, чтоб без земных богов и презирая полумеру за оскорбление барьеру, считай 14 шагов. Хочу, чтоб замерла толпа пред Бюргером и пред Ван Гогом, чтоб над арканами монголов смеялся дикий конь Тарпан, чтоб нам вернули лошадей и наши дети не болели, чтоб их воротнички белели и было все как у людей. Чтоб ты жила, чтоб ты плыла, чтоб не скрипел военный зумер, чтоб я, не заживаясь, умер, окончив добрые дела. Аплодисменты. Оператор Хренов, ты камеру вот 10 раз вот так вот... Я же пьяный! Обрезал. Я же пьяный. Да, потому что по тапу,